Во время реставрации на музейном экспонате обнаружили именную метку, нацарапанную надписью из 4 букв «Надя». Позже выяснилось, что это имя владелицы инструмента, и вот так она выглядела. Надежда Лавровская – внучка талантливого музыканта и скрипача Зубова. Это купеческий род, один из старейших в Александрове. Об этом можно узнать на экскурсии по экспозиции «Мир провинциальной усадьбы» в музее-заповеднике «Александровская слобода». В свое время Зубову владели одной из крупнейших во Владимирской губернии красильных и бумаготкацких фабрик, а также играли важную роль в развитии города. Финансовое состояние семьи позволяло дать детям достойное образование, в том числе музыкальное. На одной из них маленькая 11-летняя Надя Лавровская держит в руках скрипочку, а на второй уже, скажем так, более взрослые сестры Надежда и Вера. Обе они с музыкальными инструментами. На фото скрипка до реставрации и после нее. По заключению экспертов, инструмент был изготовлен на рубеже веков 19 и 20. В Московском центре имени Грибаря дали скрипке новую жизнь. Теперь на инструменте можно снова исполнять музыкальные произведения. Благодаря квалифицированной реставрации в музее-заповеднике «Александровская слобода» хранится не анонимная детская скрипка, а именная из подлинной истории. Скрипка эта долгое время находилась в фондовом собрании музея-заповедника и не экспонировалась по причине, плохой сохранности. Поступила она в музей достаточно давно от потомков рода Зубовых-Лавровских и имела множественные потертости, загрязнения. В музее-заповеднике обещают, все жители и гости города обязательно увидят скрипку Нади Лавровской в постоянной экспозиции, которая посвящена истории Александрова в XIX веке.